В Люберцах прошло отчетно-выборное собрание местного отделения Союза журналистов России. Представители СМИ городского округа подвели итоги проделанной работы, избрали нового председателя и обсудили ряд актуальных вопросов. Тему продолжит наш корреспондент. За последние 10 лет представители Люберецкого отделения Союза журналистов России проделали большую работу. За это время в ряды сообщества вступили 35 человек. Сегодня в состав общественной организации входит 50 действующих и бывших сотрудников СМИ. Каждый из них вносит весомый вклад в развитие и сохранение информационных изданий. Благодаря Подмосковному Союзу Наталья Александровна Чернышова лично, мы за это время 10 федеральных наград оформили. Которые позволили стать ветеранами труда нашим членам. Мы гордимся тем, что в составе нынешнего отделения у нас два почетных гражданина Люберецкого округа. Это вот Галина Ивановна Талалаева и Шестаков Андрей Михайлович. Можно посчитать мероприятия. Да? Сколько сделано, сколько там проведено всего. Но очень трудно количественно измерить такую вещь, как среда. А у вас вы сформировали среду. В этой среде люди с опытом, я уверена, как-то очень дружелюбно относятся к людям молодым. Люди молодые чувствуют и понимают, что это авторитетные люди, которые в профессии много лет и много сделали. В повестке дня подготовка к 400-летию Люберец и 14-й медианедели. В то же время представители сообщества поделились с коллегами своими профессиональными успехами и планами. Что касается линкоров, то есть у нас уже есть действующие курсы для телевизионщиков юных. У нас сейчас старшеклассники проходят активно эти курсы. Летом, скорее всего, мы планируем открытие кружок, такого еженедельного посещения для детей, возможно, разных возрастов. На встрече избрали председателя Люберецкого отделения Союза журналистов России. Единогласным решением руководителем сообщества повторно стал Рустам Хансверов. Он возглавляет общественную организацию с 2012 года. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.